Бобруйские боксеры-юниоры стали триумфаторами чемпионата страны, завоевав 5 золотых медалей из 13 возможных. Для Марии Пилипенко соревнования стали дебютными и сразу успешными. В копилке серебряная награда. В 12 лет Маша решила сменить кимоно на боксерские перчатки и не прогадала. Говорит, тренировки сложные, но в то же время интересные. Что до соревнований, то на пути ко второму месту отправила нокдаун представительницу Минска. Дотянуться до золота помешала дисквалификация в финальном бою. Я вышла в ринг, очень сильно волновалась. Потому что это были мои первые серьезные соревнования, но за счет силы воли и подсказок тренера я ее выиграл. Соревнования стали просмотром ближайшего резерва титулованным спортсменам. Представители Бобруйской школы бокса положили в копилку сборной области 8 медалей, 5 золотых и 2 серебряные. Все лето тяжело работали, тренировались, не отдыхали, не ходили в отпуск, ну и... В итоге получился такой результат. Теперь бобруйчан ждет подготовка к новым турнирам. Самый ближайший чемпионат Беларуси среди молодежи. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.